И снова... Привет, Снова... красава. Да, в общем-то, возвращаемся мы к вам, правда, уже с эфиром ТОВ Соло Гром. У нас сегодня 1-64. Карта у нас Долина. Играют Луна Стар против Зертика. И, в общем-то, комментировать сегодня этот бой буду опять для вас я, Влад Люминесценс, и мой напарник Антон Чертик Еретик. Какой раз уже? Да, привет всем. Мы, как всегда, внимательно будем наблюдать за этим увлекательным турниром. ТОВ Гром. Ребята, надеюсь, помнят, какие устройства нужны. И вот начинается у нас игра. Долина. Ребята, через низ поехали. Зертик уже тут, как тут. Да. Луна будет играть без как раз таки устройства. У противника кувалда, Луна пропускает уже флажок, и вот первый полетит в топочку. Отличная минка еще. В общем, Луна теряется как может. Да, к слову, достаточно глупо сейчас Луна пропустил или пропустила этот флаг, просто заехал он наверх и тем самым просто пропустил своего соперника, и вот уже счет 1-0. И, в принципе, сейчас он получает очень много урона. У Зертика еще есть аптека, насколько я понимаю, а Луна Стар, в свою очередь, играет без аптечки. И, в общем-то, Зертик преспокойно себя отвозит. Будет он ждать, пока у него от КДшится дроп, плюс он сейчас еще и заберет ДАшку и, в принципе, будет с явным преимуществом. Ну, Луна вообще, кстати, стоит в плохом положении. Надо было бы куда-нибудь спрятаться. И вот тут вообще открыта эта дозона, но не та, которая нужна. Она вообще делитается. Чем делиться, можно было просто переждать в мостике. Там неплохой респ. Но Зертик решает туда поехать и подхватить флажок. Луне нужно туда уже ехать, но она будет сразу же сверху получать, а это минус ХП. В общем, перестреляет он только с помощью одного своего устройства. Поэтому Луна должна прыгать как раз таки в безопасную зону, а это мост. Но решает вот так спрыгнуть вниз. Да, Меняются они базами. Луна, в принципе, немножко не туда отвозит. На Отвозит она... аптечку едет. Ну, вот, кстати, если на аптечку, тогда ладно. Но, в принципе, если по сути, просто она везла на базу Зертику. И, в принципе, сейчас ребята... Нет, Зертик только у нас уничтожается, и, в принципе, Луна Ну, зная, Стар где респ. Да, у погибла. Зертика, конечно, хороший респ. Это только если бы на мостике было луны по диагоналке. Вот, а тут, конечно, шансы то, что луна вернет флажок, они минимальны. Да, и в принципе у нас уже становится счет 2-0. Луна Стар, в принципе, сейчас может увести. Есть, по-моему, своя аптечка. Правда, я бы на ее месте повез все-таки наверх на аптечку, которая уже там лежит. Но пусть будет так, плюс еще немножко подлагивает. Но я надеюсь, ничего страшного у нас с этим не будет. А в принципе, Зертик так и забирает эту аптечку, но Луна тут должна перестреливать. И я думаю, что будет доставка, если. Конечно, у Зертика не будет очень хорошего респа. Да, в Но ему принципе. только ДДшка одно. Лупить, да и все. Там прострел есть. Да. Луна может и поставить просто. Нет, не попал. Не попал. Зертик прошел сплэш всего лишь. Луна на респе. Да, Кстати, но... Зертик, может, кстати, мог и не добивать. Вообще просто подождать. И потом где-нибудь вдалеке добить. Тем не менее, он это не делает. Будет ехать уже на Луну. Ну, в принципе, у Зертика есть сейчас неплохие такие шансы на доставку, так как Луна сейчас уже будет вынуждена использовать аптечку, а Зертик, в свою очередь, преспокойно поставит. Да, разбивает он его. Ну вот опять мы смотрим уже какой бой, где ребята играют без устройства. Это, конечно, всегда сложно. Если на перекрестке еще вот смотрели мы, было кое-как сравнимо, можно было сопротивляться, то здесь вообще никак. В принципе, ребята сейчас находятся у нас в достаточно равном положении. Правда, Луна должна тут сливать. Нет, у Зертика все-таки есть аптечка. И... Не знаю, ой, Луна не очень-то хорошо
подрывается на минке. И, в принципе, я думаю, что это будет четвертый флаг от Зертика. Ну, луна подбирает, луне, конечно, вперед все масти. Зарти, конечно, подберет. И, кстати, успеет, возможно, на аптечку ехать. Да, неплохо получается. Успеет ли луна? Ну, нет, не успела все-таки дать этот гром. Хотя был он очень важен. Теперь, конечно, у луны шансов на... О, кстати, была аптечка. Так что ты ждешь тогда? Надо было ехать. Не через этот мостик. Зачем? Здесь вообще неудобно подниматься. Да, но, тем не менее, получилось то, что она хотела сделать. Где рец? Удачи он будет. Так же, как тогда у Зертика, да. Рест хороший. Броню, пожалуйста, в студию. Либо Зертик успеет на нетре. О, если Зертик успеет на нетре... Не-не-не, не успел. Не успел. Да, не успевает он. И, в принципе, Луна, я думаю, что будет его сливать. Нет, правда... Зачем надо было броню включать? Зертик просто бы об себя убился. Да, в принципе, не совсем логичное решение. Но Зертик будет закономерно ставить, так как, ну, в принципе, Луна уже его не догонит. Плюс еще и подрывается на мине. Я думаю, что Зертик сейчас может успеть ее слить, так как, ну, хотя на броне, я не знаю, возможно. Возможно. Да, все-таки Зертик успевает. И вот сейчас, если он повезет, конечно, на ДАшку, нет... Не везет он на ДАшку, и, в принципе-то, все равно есть у него неплохие шансы увести, так как Луна уже использует аптечку. А у него, в свою очередь, еще и своя. Плюс обновляет он свои коробки. Так, ну смотри, у нас продолжается то, что начиналось. Зертик может, в принципе, доставить. Это будет шестой флажок, и у Луны, конечно, шансов все меньше выиграть. Там 3 минуты все же до конца. Эти громы, которые она выдает, конечно, у нее шансы в том, что издалека у нее намного больше урон, чем у Зертика, но в то же время карта маленькая, поэтому урон не совсем режется так сильно, как она бы хотела. Я просто пытаюсь предоставить причины, по каким, если у нее есть устройство, она могла от него отказаться. Сейчас она ловит уже вторую мину, прям собирает все, что можно, и вот опять аптечка Зертика у нас сверху. В общем, бой не очень мне нравится. Да, в принципе, у Зертика есть тут аптечка прямо перед ним еще. И, насколько я понимаю, есть у него своя. И должен он тут убивать Луну, в принципе, без особых трудностей. И доставлять уже седьмой, собственно, флаг. Да, собственно, так и происходит. И пока что у нас какая-то, ну, не совсем интересная игра. Я бы даже сказал, в одну калитку ребята играют. И Луне нужно определенно подсобраться, возможно, хотя бы купить устройство. Подкинем. Подкинем устройство, а Зертик тем временем будет нас тащить на Луну. Нет, не на Луну, выбирает траекторию сверху. От, была минка, неплохо. Луна теперь разобрать должна. Ехать прямо на... Ну зачем так почти? Ну зачем? Ну есть же боковой заезд. Почему именно через этот нужно всегда ехать? Не могу понять. Вот какой-то непонятный у Луны всегда приемчик. Надо давать срочно грома еще одного. Ну что за... Ну да, и в принципе Зертик тут может успеть поставить еще один флаг. Хотя, в принципе, ему-то не особо это и надо, так как, ну, 5 флагов у него преимущество. И вполне очевидно, что Луна не отыграет за полторы минуты эти же самые 5 флагов. Плюс у Зертика есть еще и своя аптечка. Он тут явно должен Луну переигрывать. Да, в общем-то, Зертик преспокойно уже играет, не о чем ему тут беспокоиться. Да, Луна плюс еще и самоуничтожается. Ну и, в принципе, счет у нас становится 8-2. Я думаю, при желании даже Зертик может привести еще. Если Луна, конечно, не подсоберется у нас. Вот сейчас, к слову, Луна просто... получала довольно-таки много урона,
и, собственно, просто ехала, даже не стреляя. То есть, ну, это как-то не очень выглядело. А смотри, там столько минок вообще расставлено у Зертика сверху, сбоку, в общем, везде у него мины поставлены, поэтому вообще очень сложно как-то проезжать к Луне куда-то. Видишь, он уже столько живет, что мин налупил здесь нереальное количество. Две на подъеме, три тут просто, сверху еще одна и проезд. В общем, я не знаю, пора завершать раунд, 17 секунд, и мы заканчиваем. Да, в принципе, этот раунд у нас закончится со счетом 2-8. Если, конечно, Зертик не поставит еще один, но этого уже, конечно же, не произойдет. И, в принципе, ну, пока что не очень, я бы сказал, интересная игра. Так Да, вот. у Луны счет 0-16. Пока не очень. Быстрее на избиение, похоже. Ну, в силу того, возможно, и даже если учесть то, что Луна стреляет, то получается, что Зертик чисто на устройстве переигрывает. Надо значит, что-то делать, в гараж бежать. Но я бы не сказал, что Зертик переигрывает чисто на устройстве, так как, ну... Переигрывает на устройстве. 1-1 дуэлится, постоянно Луна проигрывает по устройству. Ну, она же проиграла не только из-за этого, собственно. Не только из-за этого, но одна из причин, я бы сказал, глобальная. Ну да, одна из причин это, безусловно, отсутствие устройства, но и, в общем-то, довольно-таки, как сказать, скиллове определенно смотрится Зертик здесь. Плюс еще и у Луны есть небольшие подлагивания. К слову, я не замечал, чтобы ребята записывали дроп. Вот сейчас Зертик забрал свою ДАшку, он, в принципе, не записал. Я думаю, что, возможно, в голове он как-то у себя держит время выпадения этого дропа, но не записывает. Ну, знаешь, ты вот на громе вообще любишь играть? Расскажи, Влад. Ну, играешь иногда хотя бы. Ну, конечно, иногда играю, но довольно-таки редко. У меня, в принципе, отпало желание играть гром, собственно, после того, как я также играл то в соло гром и, в принципе, проиграл вас Тебя довольно... так же выиграли, потому что тебе не было устройства, скажем так. Ну да, но меня выиграли со счетом побольше. Ага, то есть ты там прям, ты прям на респе, что ли, там сидел? Можно и так сказать. Понятно. Слушай, так а расскажи, а устройство есть у тебя вообще на грамме вот эти новые кувалды там хотя бы? Что-нибудь вообще есть? Или так, чисто заготовка? Гром М3. Нет, у меня чисто гром М3, конечно, немножко микропрокачанный, но без устройств. Не, МПК-то ладно. Тут как бы без МПК ребята играют. Вот, тут главное смотреть устройства какие есть, понятно. Ну, понятно, не все могут еще, кстати, позволить вообще устройство. Тут вообще генералиссимус, и я понимаю, что у некоторых на маршале есть что-то фулл устройство, а у кого-то и нету. Да. Поэтому тут зависит от того еще, как человек играет. Тем не менее, Луна у нас в турнире, и вот играет второй раунд. Зертик ее пока что выигрывает в первом, но вот первый флажок подхватил Луна. Теперь нужно переигрывать по громам. И главное, с плышом. Давать побольше урона, что делает Зертик, кстати, сейчас. Ой, Луна прям застряла, но Зертик не попал. Разок, куда ты, Луна? Убегай, убегай от него. Вот, кстати, ДТшка закончилась. Надо ехать на него. Да, правильно, правильно, правильно. Аптечка, аптечка. Где аптечка? Я не видел аптечки у Луны. Зертик, что ли, забрал броню вражескую? Или мне показалось? Не могу я тебе честно сказать, где он взял эту броню. Но в любом случае, Луна сейчас, я бы сказал, тактически лучше сыграла, чем Зертик, так как, ну, в любом случае, есть у нее еще аптечка и шансы хотя бы куда-то А у Зертика отвести. вообще аптечка тоже была. Ну вот видишь, по ХП он перебил. Перебил Зертик. Счет 1-0. Тем не менее, минуту продержались. Минуту продержались без резких движений. Луна в центре. И, ну, вот Зертика вообще в этом раунде мы увидели хотя бы сплэши какие-то выдаются. А те или иные предметы на карте. Вот это очень важно.
А сейчас шанс у Луны больше, конечно. Ну давай, 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 пошла, пошла. Ну куда ж ты так? Луна что-то застеснялась и опять на этот подъем. Вот ей не нравится тут именно принципиальный подъем, мне кажется. Ездить чисто по одному и тому же подъему, знаю, это, мне кажется, неправильно. С стороны, в то же время сейчас у Луны шансов поставить флажок намного больше. Да, ставит флажок и нужно бить Зерти как можно больше урона носить вблизи, прямо его там, да, убить как может, да, на будущее, скажем. Ну, в принципе, из Артика, да. Есть еще аптечка, которую он, собственно, и использует, и доставляет уже второй флаг. Ну, в общем-то, обновляет он свою дашку, на фуле будет уже встречать Луну, и я думаю, что он тут определенно должен оперировать, плюс забирает он еще сверху аптечку, у Луны достаточно мало хп, и, естественно, из Артика ее здесь уничтожит. В общем-то, Зертик уже без дропа здесь пытается увести. Луне надо выдать буквально пару-тройку граммов, но успеет ли? Нет. Остается у Зертика буквально 1 хп. Но Луна сейчас, в свою очередь, также отвезет, и счет у нас станет 2-3. Ну, в принципе, в этом раунде я бы сказал, что Луна уже получше отыгрывает, так как, ну, прошло уже 3,5 минуты, а флагов-то она привезла не намного меньше. Да, Дартик пока что не так сильно оторвался, но вот сейчас есть центральный флажок, где она пропустит его, она все-таки пропускает Дартика, то есть броня, и я не знаю, да, аптечка есть, на минку, кстати, можно ехать. Да, знаю Луну, она это делает, Луна любительница, она снаряжает на минки, и вот опять Дартик этим воспользовался, прям натравил на нее, хотя можно было свернуть. Да, у Луны есть, кстати, дроп верхний. Зартик делает это или нет, сейчас увидим. Ну, накидывает, Луна даже не оборачивается, да? Зартику больше шансов, как бы он как бы использует по максимуму свой грон, явно видно это. Вот, ну и будем смотреть. У Луны вообще, кстати, шансы увести флажок всегда меньше, потому что она всегда один и тот же путь избирает, это верхний проезд. Поэтому и теряется. Не делитуются они, хотя было бы по красоте, если бы Зертик здесь делитился. Ой. Да, ну, в принципе, он сейчас забирает аптечку и преспокойно также будет доставлять флаг. Я думаю, что сейчас он после доставки еще и заберет свою аптечку, и у Луны вообще будут проблемы. Но правда, избирает он ДАшку все-таки вместо аптеки, но тоже неплохо. И, в общем-то, Луна тут доехала, конечно, до красной базы, но уже практически без хп, без аптечки. Зертик ее явно сейчас сольет. Остается она буквально на одну тычку. И да, Зертик еще и забирает ДДшку. И да, в принципе, неплохо он сплэшом убивает и должен тут доставлять. Смотри. Луна, конечно, теоретически, наверное, может, а хотя у Зертика есть все-таки ДАшка. И он ее включает, что сводит шансы Луны, в принципе, к нулю. Флажок, да, опять счет у нас повторяется. Вот только ты говорил, что вроде тот же счет, а вот уже становится 6-2. Это, конечно, не очень нравится мне. Зертик у нас опять сверху, Луна снизу, в общем, поэтому накидывать на нее очень просто получается. Потому что она даже башню не ведет. Это Зертик опять вверх поднимается, и там можно спокойно флажок, например, удержать в мостике. Попробуй Да. догони еще, попади туда. Да, определенно Луне тут стоит немножко изменить траекторию своего увоза, так как, ну, возить всегда через центр это, ну, явно, мягко говоря, такая себе тактика. Ну, хотя бы она ставит уже третий флаг. А Зертик тут, опять же, будет пытаться ее убить, но, возможно, следовало бы ей, конечно, поехать на аптечку, но почему-то нет. В принципе, сейчас эту аптечку может забрать Зертик. Да, он так и делает. Дроп у него будет
пока что еще держаться. Я думаю, что ну, Луна даже не пытается это как-то заблокировать. И это у нас будет уже 7-3 непосредственно. В общем-то, подбирает еще и ДДшку. И Луна сейчас... Нет, нет аптечки. И Зертик, если у него сейчас откадешится ДАшка, или же он ее заберет, то, в принципе, может уже увозить восьмой флаг. Ой, сбивает, смотри, да, до двойной брони у нас как раз таки этот респ, и все. Луна уже без, скажем, без аптечки, Зертик имеет ее, будет ехать вперед. И, кстати, о, вот это, конечно, интересный факт, все-таки Луна перебила Зертик. Возможно, он, кстати, я и захотел убегать от нее. Хотя мог давно в мост свернуть. Но опять же, он может играть тут уже, в принципе, не во всю силу, счет довольно-таки крупный. Ну, смотри, ну, счет 74, в принципе, еще отвернуть можно, а вот сейчас уже нет, когда слили. Если бы ДДшка успела пролететь из Зертика, было бы, кстати, классно. Ну, классно так классно, это я уже говорю, что мне классно, а на самом деле тут Луна страдает сильно. Да, Луне тут явно не особо классно, но в любом случае Зертик сейчас может ее уничтожить, плюс еще и аптечка у нее тут не полностью срабатывает. Да, так и происходит. И это у нас уже будет восьмой флаг. Зертик не торопится, спокойненько все забирает ускорение и едет на доставку очередную. О, сбил еще траекторию корпуса Луне выстрелом в бок. Да, неприятно это. Да, в принципе, Луне явно надо что-то менять. Так как, ну, проигрывать с таким счетом это вообще-то не дело. Есть у нас, кстати, вот этот момент, когда Зортик у нас сейчас забирает дроп. Можно ДДшку было бы выдать, но нет. Луна все-таки прожала броню, и Зертик ее сейчас издалека-то нагасит. Нагасит хорошенько. Еще можно, кстати, не ехать за флажком, ее просто забить. А, он видите, как видим, он смотрит как раз-таки задним видением, да, и добивает Луну как может. Зертик у него есть. Ну, вот, к слову, у Луны есть, кстати. А, у Луны была эта аптечка. Вот это, кстати, неплохо. Да, Луна сейчас продавить. Может поставить. А, успевает. Ну, я думаю, что счет тут все-таки 8-5 будет. Должна она успеть довести. Хотя, если Зертик с ДДшки... ДДшка, если Зертик прожмет. Ну, урона может не хватить из-за дальности. Нет, не порезался урон, Зертик вернет. Не фартануло, как ты сказал. Да, все-таки заканчивается у нас этот раунд со счетом 8-4. И у Луны, собственно, остается один шанс в виде третьего раунда, чтобы... Ну, хоть как-то вытащить этот бой. Хотя с УП 1 к 17, я думаю, что будет это не совсем просто сделать. Ну, было 0 к 16 в первом, если что, я тебе хочу напомнить. Ну, ты считаешь, это положительная динамика? Конечно. Там было 65 очков, насколько помню. Или 56, что-то типа того. Сейчас 75 и 1 к 17. В принципе, мы идем на повышение. Я без издевки говорю, честно, честно, ребят, ну вы видите, откройте первый раунд статистику и второй, видите, что идет стабильно вперед. Да, статистика, конечно, повышается, правда, довольно-таки медленно, если можно так сказать. Ну, в принципе... Возможно еще, что Луна сейчас соберется, но, если честно, очень слабо мне в это верится.
Так, ну, знаешь, дроп они не забирают, в принципе, да, но Луна поверху не любит ездить, поэтому она, наверное, все-таки дарит подарки своему тиммейту, противнику, поэтому да. Да, в принципе, если уж ты начал говорить про дроп, то в принципе из дропа здесь такую решающую роль играет аптечка, я бы сказал, так как, ну, остальные коробки ребята собирают, ну, как сказать, по возможности, а вот аптеки прям, ну, я бы сказал, что стараются они как-то контролировать. Ну, в принципе, сейчас уже у нас будет начинаться третий раунд, который может, в принципе, стать последним, если Луна сейчас не покажет каких-то чудес. Ну, в принципе, посмотрим, посмотрим. Луна уже сверху, кстати, неплохо. Азертик решил пробежаться по низу и выехать на ДДшку Луны. Тем не менее, это классно, потому что сейчас Луна по низу поедет. Смотри, смотри, по низу. Нет, Луна едет по верху. Вот это, кстати, поворот неожиданный. Луна, ты зачем поехал по верху? Я тебя не понимаю. Да, Азертик может просто перестрелять сейчас. Да, еще одна аптечка там есть. Луна не попала. Вот если бы сейчас попала, было бы прикольно. Прикольно. Вот что за слово, да. Зортик у нас вернет флажок. Минку установил. И все по схеме. У Луны, кстати, шансы вернуть есть. Да, ДДшку давай, Луна. Ну что ж ты мазанула-то? Ай-яй-яй. да, шансы были, причем довольно-таки неплохие, но один промах, так сказать, свел все эти шансы на нет. И, в принципе, Зертик сейчас будет забирать аптечку и ехать уже за вторым флагом. Луна, правда, не торопится особо включать дроп, хотя, наверное, сейчас, наверное, броню все-таки надо было пораньше чуть включить. Будем брать флажок, эзертик. Вверху, кстати, дроп, который остается ничей. А нужно было забирать бы. Кстати, тут, возможно, если бы уже так не идет, раскачку какую-нибудь там получилось, можно было бы и хантер одеть, в принципе, да? Ну, так по стандарту викинг берут. Можно и хантер. Тут скорости, в общем-то, и не очень поможет такой-то игрой. Да, сливает, луна. Неужели мы увидим доставку 1-1? Да, этого доставочка там неплохо. Да, в принципе, прошло уже 2 минуты, а счет еще А только счет один. 1-1. Да, счет 1-1. Ну, в принципе, это и есть, возможно, та самая положительная динамика. Ну, не знаю, в принципе, Луна сейчас получает очень много урона, плюс сейчас собирает минку. И вот Зертик сейчас, скорее всего, обновит свою ДДшку. Да, и будет увозить уже второй флаг. Луна, кстати, получает урон до ДАшки, использует аптечку, и это уже явно будет увоз. Да, доставляет Узертик второй флаг. Также он опять собирает коробки. И Луна, в принципе, по своей привычной траектории просто через низ будет пытаться увозить, хотя у Зертика есть там еще и аптечка, которую он, скорее всего, законтролит. Да. Да, Луны, в Луна, принципе. Луна все-таки может успеть доставить. Нет, чуть-чуть не хватает, надо было посмотреть назад, либо придержаться, знаешь, так корпусом к противнику. Просто делитнулся бы. Сейчас еще аптечку подобрал. Красота пропадает, конечно, быстро. Центральная минка. Объехала! Ты посмотри, она объехала минку! Зато он ей слышал, накинул столько, что хватит на всю жизнь. Да. Да, но тем не менее она, то есть вернет тут уже флаг, и счет будет 2-2, прошло почти полраунда, счет у нас будет стоять ничейный. Попала, стреляй, Луна, стреляй, пожалуйста. Просто стреляй. Разок стрельни и делитесь. Молодец. Да, все так и происходит, и это я тебе скажу уже
похоже даже на какое-то равное противостояние. В принципе, Зертик тут, скорее всего, перестреляет. Да, есть у него еще аптечка, а вот у Луны этой аптечки уже нет. Возможно, стоило бы все-таки забрать. Да, скорее всего, заберет. Нет, Зертик отлично уничтожает. И вот это уже будет доставочка 2-3, скорее всего. Скорее всего, прогноз может не сбыться. Луна может на нитре успеть проскочить на флагшток. Минус-минус. Нет, не смогла. Еще и аптечку. Точнее, аптечку придется использовать, потому что захватила минку. Они собираются, так понимаю, конвейером тут каким-то неким делать. Но он даже назад не будет смотреть. Луна стреляет, стреляет, стреляет. 3-3. Так, счет быстро сравнялся. Теперь проблема в том, что Зертик опять повезет. А на ДДшку, кстати. ДДшка важнее. Да, в принципе, нечто похожее мы смотрели на острове. Правда, то был то в соло молот, но, в принципе, суть та же самая. И Луна сейчас может чисто теоретически оттащить, если поедет через верх, но, в принципе, решает она увозить через низ. И это, скорее всего, да, будет ошибкой. Да. И вот Зертик вырывает все-таки вперед опять. Теперь ему полегче, свой дроп у него треспится сейчас. Собственно, поэтому... О, хорошо Луна дала там ему громата. Показала, кто хозяин, может давать. Конечно, вот эти, когда проезды, когда стреляешь и ничего не делаешь, это, конечно, проблема. Луна все-таки дает грома и сливает его. Да, будет ставить. Да, будет у нас счет 4-4. И, в принципе, Луна сейчас может неплохо Зертика подамажить, если еще и прижмется. Да, в принципе, он тут остается на небольшое количество хп, но, правда, есть у него аптечка. Скорее всего, он также поставит. Плюс Луна тут его еще и вряд ли догонит. Ну да, это у нас будет счет 5-4. И не факт, что сейчас Луна уничтожит его. Так как да, его может просто вблизи разбить. На нет, нулях все... оставляет, ох, да. Как, да, Луна все-таки повезет, доставит, и делит. Да-да-да, надо сейчас определенно делиться, все она правильно делает, и есть у меня какое-то ощущение, что сейчас опять поставит Зертик. Ну да, Зертик-то определенно поставит, Луна еще и подрывается на минке, и в принципе это 6-5. Да, нужно собирать аптечку и также дамажить Луну. Ну видишь, да, такой последовательный увоз, один за другим флажком. Ребята, видно, не парят сильно, то, что поставит. И Луна, но в итоге получается все-таки в роли догоняющего. Хотя Зертик сейчас может, если успеет по ХП, вывести на аптечку верхнюю, было бы неплохо. Дадут или ему? Дадут. Да, плюс еще Луна там, насколько я понял, собрала минку. И Зертик... Да-да-да, оставляет на нулях он ее ХП вообще, под ДДшку не поставляется. Сливает, нитро есть. Аптечки своей нету, это главное, но вернет он хотя бы. Поедет здесь... на ДД верхнюю. Здесь Луна должна возвращать или, по крайней мере, да, ехать на флаг. Что она идет, хотя он будет ждать дольше времени. Ты посмотри, долго ждет он по времени, поэтому аптечка сейчас треснется уже. Ну да, вот сейчас уже определенно Луне надо куда-то уезжать, но точно не на Зертика. Ну да, вот сейчас она ее определенно уничтожит и на нулях будет доставлять уже седьмой флаг. Хотя может, не довезет, кстати. А прострел сделает. Да, довезет. Ничего не довезет. Задержал лишь время, и теперь она будет тащить. Да, Луна тут должна доставлять. Ну, по крайней мере, по скорости она явно быстрее. И счет 6-6 за минуту до конца.
Будем, Ну, кстати. теперь из Артику нужно задуматься, нужно ли ему рисковать, или просто луну забить. Да, у того есть аптечка, и можно тащить. Я бы даже, знаешь, как сделал? Дотащил и нарез пошел. Вот очень все-таки интересный Сейчас момент. сейвово очень играет, кстати, посмотри. Он задефил все, что нужно было ему. Сейчас отделитница, луна будет без аптечки. В принципе, даже если сейчас увезет, то ничего страшного. Вертик поедет через низ, через броню, пожалуйста. Вертик. Да. То есть она сейчас еще помедленнее будет ехать. И, в принципе, Вертик должен успевать дефить флаг. Через верх причем. Да, 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 да. А, куда? Нет! Куда Вертик сделал? Что он сделал? Вернул. Вернулся, да. Ну, луна не успевает все равно по времени. 38-й флаг. Это конец. И побеждает у нас в бою Зертик.